Че, с забытой пристани бахнем, короче, на стрелке, да? Убить игроков и снайперки, получайте полуавтоматические винтовки. А моё... Я не могу даже, понимаешь, кастомизировать, типа, оружие, поменять что-то. Ну ладно, в принципе, и так сойдет. Выбрать шаблон. Блин, я все хотел бы такой этот костюмчик-то. О, Бэрил успел. Но это ты на PvP успел. Я хочу, короче, PvP посмотреть. Первую катку я сыграл, конечно, первый, блин, комом. И, слушай, ну, ТТК в ПВП... ТТК в ПВП. ТТК в ПВП приятная. Приятная настолько, что она лучше, чем в Дивижене. Но ПВЕ при этом, я так понимаю, что хуже, чем в Дивижене. Вот. Да не, немного поиграл, только начали проходить, и я сразу в ПВП залетел. Уничтожьте противника! Ребята, говорят, что-то подлагивает у них стрим. У меня вообще не лагает. И мне дико калит камера. Очень... Слышу стрельбу! Залезть. Надо мне залезть. Слышу врага! А кто-то где-то здесь. Ну, я думаю, здесь баланс от миссии, типа, нет? Надо скрыться! Слушай, ну может быть Берн. Берн не лагает стрим, скажи мне, пожалуйста. Или кто-нибудь. В секторе замечены системы наблюдения. Так. Вижу дрон противника. Окей, спасибо. Не знаю, Бэрил, блин, ну за три куска ее покупать это такое себе. Мечу, я тебя отмечусь, блядь. Черт! Меня спалили! Они меня потеряли! Опа. Не, дядь, ну за три куска это перебор. Правда, сейчас нет. Дорогая, систему спасибо. Наблюдения можно взламывать. Приступайте. Вижу там противника. Противник убит. Отлично. Как он так попал? Враг, слышу стрельбу врага. Помечаю врага. Засекли. Это что за лаги были сейчас про лаги? А чё он лагает так? Я понял. Да, 4 на 4. Цель уничтожена. Блин, тяжело. Читер. Враг стреляет без глушителя. Вижу их бойца! Граната! Живо назад! Я понимаю, что это бета, его телепортировало. Да, и при этом его телепортировало, он мне дал в голову, да, сразу. Небо отвратительное. У меня ультра настройки стоят. Ультра настройки. Трава отвратительно сделана, небо отвратительное. Сама игра вроде пока ничего. Но это PvP только. А еще он с этим бегает. ППшка есть классно. Он как слон топает, брат, ты же его слышишь, я знаю. Вон он, да, вон туда зашел. Просто если... Стрим не лагает, а вот игра вообще не лагает, дядь, ты шо? Нашего ранили! Я не понимаю, как он его... Попали по мне! А кто еще остался? Он просто лежал все это время.
Иди подними меня туда. Подними меня, брат. Я же лежу в 30 метрах от тебя. Я в сейве, тем более. Это что? Это Конор Макгрегор, ля. Наверх, наверх, да, 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 да. Выглядит круто, Берилл, согласен. Они поднимают своих. Они поднимают своих. Брат, лечи меня. Враг убит! Враг убит! Хорош, брат, поднял меня. Отлично! Хорош, хорош. Так, шприцик. Зона радиации вокруг сектора сужается. Вам пора поторопиться. Все, я захилился, брат, пойдем. Они больше не видят меня. Зато они меня видят и стреляют еще. Где, где, где? Слышу стрельбу врага! Блин, че я их не вижу? Спасибо. Противник. Ой, хорошо. Убит. Отлично. Хорошо. Зажимают меня. Чего, блядь? Хорош, по-моему. Так мы создавали с чатом, да, меня. Сейчас мы тебя вылечим. Слышу врага! Спасибо, брат. Уже лучше. Спасибо, да. Делаю укол! Ты меня только не толкай, блядь, туда. Ладно, мне не нравится мой позишн. Зона радиации вокруг сектора сужается. Вам пора поторопиться. Он по мне стреляет или что, блядь? Ага, вижу, вижу его. Цель уничтожена. Остался последний враг. Вижу там противника. Да я тоже его видел, да. Как же я ему дал, да? Вижу их бойца. Противник убит. Хорошо. Отлично. Пойдешь? Хорошо. Враг убит. Враг убит. Как же я ему дал. Вы уничтожили всех врагов. Хорошо, первый раунд. Хорошо. Блин, ну нормально, слушай, прикольно. Да, занятно. Не знаю, как быстро это надоест, но занятно. Но три куска, камон, не, я не могу. Я себе такое не могу позволить, к сожалению. Это какая-то дикость. А кепку нельзя было надеть? Слушай, по-моему, можно было. Вон, видишь, у меня она, ну, ничего нету на ней. Зачем мне кепка есть? А, блин, ну я ж в кепке все время. Дебил, блин. Так, ну пока нормально получается вроде бы. Ликвидируйте, да? Всю команду противника целиком. А, у нас один вообще без поинтов, короче, я понял. И сделать он ничего не может. Не, он не сквозь ящик, он, скорее всего, меня не видел. Игра не стоит своих денег. Возможно. А возможно и стоит. Немножко не понял, как здесь аэрки убивают. Они, по-моему, не убивают здесь. Спасибо за поддержку. Спасибо за черпа. Блин, ну вот этот чувак вроде хорошо стреляет. Я его буду держаться, если... А здесь оно вообще, там я когда регал ПВП там... Обнаружена система наблюдения. Там было написано то, что типа не влияет снаряга вообще никак. Я ж видишь, чувака сношу с одного выстрела, если попадаю. Не отходи от команды, в бой! А, так это онлайн игра, ее нет смысла взламывать, зачем? Я запускаю дрон. Ха.
Враг стреляет! Противник убит! Отлично! Откуда? Кто кого? Он его убил? Он где-то убил чувака. Брат, а где вижу ты его убил? Ага. 120 метров это крайне близко. Я хочу запушить. Я хочу с автомата запушить. Вижу там... Можно взламывать систему наблюдения. Дерьмо, попали! Я думал, он в траве, блядь, лежит. Я пометил врага. Граната, ложись! Блядь, это кочерга какая-то. Я думал, это чувак. Осторожнее пошла! А где метка моя на нем? Ой, хорош, нашел. Он его нашел. Они меня видели! 2-2, брат, 2-2. Идешь там? Я запускаю дрон. А, окей, давай запускай дрон. Слышу стрельбу врага! Ну, конец! Где же он сидит, сука? Нашего парнягу-то приговорил. Брат, не вижу никого. В любом где-то лежит, блядь, закопанный. Хорош. Остался один враг. Я его просто услышал. Сейчас тебя подлатаем. Держись! Я, у тебя я иду! В долгу. Так, я подлечусь, прикрывайте! Спасибо. Не за что, брат. Он сидит. Зона идет, как в этом, в батл-роялях. Я нашего только что видел, или здесь ползал, чувак? А, нашего. Он поднимает их. Вокруг сектора сужается. Вам пора поторопиться. Надо к трупу вернуться, да. Если они меня видели, то меня сейчас приговорят, потому что я просто на месте лежу. Я же не могу своего так близко слышать. Подо мной, чувак. Газовая, газовая! Кицык. Газовая, газовая! Зона радиации вокруг сектора сужается. Вам пора поторопиться. Угу. Помечаю врага. Его прям пушить хочешь, брат? Бросаю гранату!
Но он не один, газовую как бы. Кинули, отходим! Хорошо. Цель уничтожена. Остался один боец противника. Зона радиации вокруг сектора сужается. Вам пора поторопиться. Противник убит. Отлично. Хорошо, хорошо. Смотри, 2-0. Вы ликвидировали всех противников. ПВП выглядит интересно и оригинально. Слушай, Берил, наверное, да, я, наверное, согласен с тобой. Как-то оно играется. Либо просто игра новая, поэтому так играется. Либо что-то в ней такое прям... Слушай, что-то в ней, наверное, есть. Не знаю, не знаю. Меня прям смущает дико цена игры. А, мы все выиграли. Хорошо. Вообще на изичек тогда выиграли, получили шмоточки. Ну, прикольно, прикольно. Вполне себе играбельно, я бы сказал.